12 июля в Витебске в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар» состоялась жеребьевка 20-го международного детского музыкального конкурса «Витебск-2022», на которой было принято 15 участников из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе и наша Виктория Дмитриенко, которая выступает на конкурсе под псевдонимом Ника, представляет Эстонию, вокальную студию «Пясуки» из Нарвы. Виктория, какой бы номер ты хотела выставить? Удачи тебе! Спасибо. В качестве жребия участникам были представлены памятные сувениры в качестве кружки и футболки, где изображен номер, под которым и будут выступать юные артисты. Также участникам была предоставлена возможность поучаствовать в мастер-классе, на котором они могли изучить средневековый танец, который они исполнили все вместе. Виктория, только что закончился этап жеребьевки. Насколько мне известно, ты хотела, чтобы тебе попались 3-й и 7-й номер. Удалось ли тебе его вытянуть? Да, мне посчастливилось во второй день петь 3-й, а в первый день я пою 11-й. Виктория, успела ли ты с кем-то познакомиться за этот небольшой срок? Да, я успела познакомиться с девочкой из Египта, из России и из Хорватии. До встречи завтра на первом конкурсном дне. Пожелайте мне удачи!